Всем добрый день, вы на канале ДТВ, мы находимся в городе Новороссийск, Южный район, рядом с гостиницей Олимп. Новая гостиница построена 2019 года, запущена эксплуатация начала 2020 года. Вот, ну мы сегодня в гостинице, мы идем сегодня в ЖК Классика, идем смотреть строительство. Вот мы потихонечку движемся, нас уже ждут там, покажем, как строится. Сегодняшний день строится 4 литера, литер 1, литер 2, литер 3 и 4. Мы непосредственно пойдем смотреть литер 2. Срок сдачи объектов. Третий квартал 2021 год, литер 1 и 2, и квартал 3 и 4, это 3 и 4 литер. Вот мы отсюда видим уже непосредственно стройку. Итак, подойдем поближе и продолжим. Да, сегодня 17 сентября 2020 год. Вы на канале ДТВ. Классика, компания «Семья». У них есть пара подрядов в Краснодаре. Очень надежный застройщик. Вот мы здесь не рекламируем. Здесь никакие квартиры, ЖК не продаем. Это просто обзорное видео. Так как многие спрашивают данную стройку, поэтому второй литер, первый, вот это первый, второй, третий и там четвертый. 19 этажей. Это лестница, да, наверное? Нет? А, так,
А лестница где? Здесь она прямая, да. Это магазин. Да, это магазин двухуровневый, но у них вход для сидений стоит. Все лестницы везде. Да, интересно. Ну, для чего? Чтобы машины люди не мешали. Для чего? И плохое. Что у нас здесь? Вот такая, да, будет? Да. Аккуратно. Так, вот вход. Это гардеробная, да, я так да. понимаю? Гардеробная. Ты уже помнишь, что 10 сантиметров площадь. А здесь щитовая, да, будет вот это? Санузел. Тут потолки хорошие здесь. Ну, еще у нас же стяжки нет. Ну, она немного съест стяжки. 10 сантиметров. 10, да, 10. Ну, по документам, по факту 70, но я уверена, что 10. Ну, да. Сейчас. Вытяжка. Такой самый. Так, кухня где? Справа? Смотри, а слева. Балкончик. Балкон на кухне, да, получается?